Hello everybody, it's Daniel's vlog and new video. Now talking in Russian language. Сегодня вот решил все на английском сказать. Ну ладно. Я что делал? Вот что у меня, какая неделя прошла? Вот две недели, когда прошли. Был день масленицы. Да, где был день масленицы, мы ходили я с родной, с двоюродным братом, двоюродная сестра, и другая двоюродная сестра младшая, и с моей aunt. С моей тетей, вот ездил туда, вот тоже мы все поели, там какие-то печеньки мы заказывали, там очень было вкусно, я даже ничего даже против не имею, просто они очень вкусные, как-то вкуснее, чем в доме, когда делается это, если честно. Мы поели там. Сам так давно, да, там чудок, давайте на Москву, центр. Ты не мог, хороший не с собой не переживать. Вот она, когда раз стекала, да, за это плошу, да, хайга, когда. Сма, когда я не. Когда я не. А он, да, мы сейчас на телефон, мы же мешаем камеру, вот смешаем, я не пис. Что? Все, все, улетаем. У меня сейчас это все. Ну вон кафешка, вот видишь, вот сюда мы заходим. А сама вода тихнет, кого? Кого? Мы люди, вот там сидели что-то, и потом пошли где-то, а, вот пошли в Мак. Пошли в Макдональдс, там заказывали что-то, Биг Тест, или как-то так, да, Биг Тест. И был еще один день, вот еще как-то тоже ездил с ними, со всеми. Был ездил в мечети. Было очень красиво. Если вы знаете, я мусульманин, если честно. Да. На университете читался священный Коран. Очень красиво читался. А читал его Назар Мухаммад Зарифович. Профессиональный чтец священного Корана. Участник международных конкурсов чтецов. Я вот ездил в мечети, в соборную мечеть, которая в проспект Мира. Вот, кажется, так вот. Туда ездил, вот, был там очень красивый хат и солюс. Хат и солюс это примерно очень такие красивые слова. Не слова, а красивые там пишут. Очень такие, как иероглифы красивые. Это как если обратил внимание, Коран сзади, как само обложки, там написано Эль-Куран Эль-Карим. Эль-Коран. Вот так, наверное, написано, такие красивые слова. Вот там вот написали «Экра бисми раббика аллази халак». Вот так вот написали, мы там ходили, в трехэтаж. Даже у меня есть видео, как они писали. Очень было красиво. Просто бомба. Да, туда ездил, вот это, может, было неделю назад. Было в воскресенье, либо в субботе. Я не помню, если честно, забыл. Как-то какие-то из них эти. И вот мы ездили туда, было как, смотрите, как там 4 этажа вместо мечети. Четвертый этаж это детская, как дети играли. Третий этаж, где развлекались, то другое делали дети, как взрослые людей, как что-то шили, то другое учили что-то. И там был музей. На втором и на первом, нет, на первом, как где одеваться, то другое, как куртки, то другое, как раздевалка. Там первым. А втором вот, даже во втором и первом, считается вот там молельная, где можно молиться. Даже в третьем и в четвертом можно молиться, но там будет как занято дети, то другое. Поэтому. Ну, нам сказали потом подняться в третьем этаже или четвертом высокий этаж, чтобы увидеть, как они пишут иероглифы эти. Было очень красиво. Я даже нет слов. Очень красиво. Да, кстати, с 8 марта. Всем женщинам. С 8 марта. И желаю вам в этот день был хорошим днем. Кстати, если это видео дойдет до 100 лайков, я выпущу сразу другое видео, после пройдя 2 дня. Сразу. Это либо эфир, лайф-эфир. Если дойдет до 100 лайков, я сниму эфир, и вы можете задать любые вопросы, и я отвечу на них, если честно. Все любые вопросы, которые на голову взорву, отвечу на них. Я буду как дома у себя, поэтому либо здесь буду, но буду отвечать, не приезжайте 2 дня, если дойдет видео до 100 лайков. Хорошо. Да, вот раз расскажу, как мечети были, когда закончили молитву Эль-Аср. Аср это, как говорится, в 3 или 4 часа эта молитва. Мы приехали туда в 11, когда был зухр. Зухр это примерно в 12 начинается, 12:30. А аср начинается в 4. А магриб это, как говорится, когда солнце
закат, как называется. Не рассвет, а закат. А рассвет — это когда фатир. Просто объясняю. А еще это как ночная молитва. Вот, когда мы закончили аср, мы пошли вот, там был какой-то ресторан, где халяль. Где мусульманская еда, то другое рядом с мечеть. Мы там пошли, поели, очень был вкус, там супы, то я не люблю говядину. Но я там суп такой не допил, но был очень вкусный, курица такой, макарон, как столовка. Сделан очень хорошо, был очень вкусно, как по-домашнему. И стоит вообще недорого. Где масленица? Сейчас вы видите. Мой друг идет к свалке. Ощущение у них будет, это болгары, что ли, их какие-то народные. Я знаю, есть много людей, которые смотрят, но они не делают subscribe for the channel, они подписываются в канал. Пожалуйста, если можете, подписывайтесь в канал, где, да, нажмете колокольчик, и придет сразу новое видео. Я, конечно, мало выпускаю видео, потому что бывает занят, и то... Да, кстати, забыл сказать, я как не регистрация... Называется, да, я не помню, как называется это, если честно. Я дал мои документы на перевод. Они вот, может быть, 2 недели, вот осталось 2 недели, и я не переведу мои документы. Я вот официально, я закончил 9 классов есть. Я пойду сразу в колледж, не в школу, потому что школа меня не примет, потому что, ну, меня школа не примет, потому что мне будет скоро 18 лет, и они как 18 лет, сразу, поэтому пойду в колледж. Может быть, я не знаю, как-то в РУДН или как-то другое, как получится. Не без разницы, где учиться, но самое главное, хорошо учился, потому что я хочу как-то на международные отношения поступить. Вот так вот. А, я с друзьями, может, планирую, как пойти на арабскую кухню. Если они не смогут, я пойду сам и захвачу кого-то из семьи моей. Захвачу кого-то, либо двоюродного брата, либо подругу. Я не знаю, может, быть, то, либо другое. Yeah, I got the juice. Game cool, make them look like cool, hey. Always play cool.